Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Хизар Магомедов задает мне интересный вопрос. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли доливать масло в мотор или нет? У меня Mercedes B170, менял масло Mercedes 229.5, так как у нас нет в регионе литровых канистр, есть масло Лукойл Генезис с маркировкой 229.5, но оно 5W40, а я лил 5W30. Можно ли долить масло Генезис? Заранее спасибо. Ну, конечно же, можно, друзья мои, можно и без проблем. Если там какая-то маркировочка чуть-чуть отличается, да без проблем, доливайте. Я уже говорил в своих видеороликах, что все масла смешиваемые, не сворачиваются масла между собой. Можно доливать, тем более, если вам там долить пол-литра, там 200 грамм, некоторые там 300 грамм доливать, да литр доливать без проблем. Доливайте и катайтесь, ничего страшного вашему двигателю не будет. Тем более, если вы там маркировку 30-40, ну это вообще ни о чем. Вас даже он по типу масла подходит, вообще идеально. А то, что у вас там вместо 30-ки 40-ку вы залили, да, друзья мои, ну это вообще просто ни о чем. Заливайте без проблем и катайтесь. Это доливка. Доливку можно делать вообще, не парясь. Надеюсь, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И обязательно подписываемся на мой канал в Дзене. Вот он QR-код, наведите камеру своего мобильного телефона на этот QR-код. А если вы смотрите меня с мобильного телефона, то под этим видео в описании есть ссылочка. Просто на нее нажмите, и также вас перебросит на мой канал в Дзене. Подпишитесь на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Что бы ни случилось. Будьте здоровы. Всем пока. Задавайте вопросы в комментариях.